Так, ребят, короче, сейчас будет что-то ехать. Я просто уже отхожу, потому что мы сейчас уезжать будем. Вот там пока я тут постою. Хорошо, пап? Ага, ребят, я понял. Это электричка. Вот с той стороны едет электричка. Да. Р9Т-706. Кстати, вторая электричка от той, которая тут была, стояла. 706-я. Направление Минск-Пассажирский. Круто. Ребят, я, конечно, устал уже за сегодняшний день. Мне еще сейчас домой нужно тетради будет подписывать. Завтра школа начнется, и это полный... Ладно, вы поняли, можно без комментариев. Такое задание какое-то. Тут раньше фонарики светили. Ну давай, есть уже, ну давай, есть! Ёшкин, ну вот, ребят, это, пожалуйста, люди с дачи уже приезжают. Люди с дачи приехали, ребят, так вот столько. О, смотрите, кто ездит. Ёшкин, ну ладно, ждем. Так, ребят, все, она отправляется. Ну, конечно, позвонить, как же без этого. Все, ребят, Минск пассажирский помчала. Да ты издеваешься, я не хочу снимать.